Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларуси Жозе Антонио Марата Товарыш в составе делегации посетил музей истории КФУ. Свыше 1500 экспонатов познакомили гостей с историей университета. He spent one year in exile, not far from Kazan. Again, at the estate of his grandfather. Казанский федеральный университет является одним из немногих российских вузов, где ведется преподавание индонезийского языка. В ноябре 2019 года в стенах университета даже прошел День Индонезии. А в период с 2017 по 2021 год ученые КФУ опубликовали в соавторстве с индонезийскими коллегами 20 статей. Это уже не первый визит делегации посольства Индонезии в КФУ. В 2019 году в ходе встречи обсуждались возможности взаимодействия КФУ с организациями Индонезии в сфере туризма. Осуществлялось это путем организации рабочих групп и семинаров. Кроме того, была затронута тема необходимости расширения школ изучения русского языка в Индонезии. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.